Программа А. Бери легче, бейба, бери веселей. Они калечат, бейба, и нам, похоже, не уцелеть. Никто не вечен, бейб, хотя они жмут на все тормоза. Вот будет встреча, бейб, когда мы все возвратимся назад. Но таковы нравы, бейбе, таковы времена. Мы будем правы, бейбе, но нас все равно позабудет страна. Но наше право, бейбе, самим выбирать имена. В игре без правил, бейбе, где ни по крышке, ни дна. Вам осветлил, бейбе, рок-н-ролл, мировая война. На-на-на, бейбе, я, кажется, злюсь. Наверное, нервы, бейб, это никак не похоже на блюз. Но, если честно, бейб, идти против шерсти во все времена. Немалая честь, бейб, за нее мы заплатим сполна. Бери легче, бейб, бери веселей. Взвали на плечи, бейб, если нам суждено уцелеть, то нам споют осанну, нам пропоют на все голоса. И по дороге с Анной мы воротимся назад. Мы все возвратимся назад. В нашем роке русском, она как раз связана с акустикой, с вот акустической рок-песней. Исполняем под акустическую гитару, потому что так, в общем, рок в России как бы и рождается. То есть от гитарной песни, от поющейся поэзии. И все, что связано с формой, это уже вот как раз электрическое наслоение, оболочка некая, которая вот создается инструментовкой, там, аранжировкой, тра-та-та-тра-та-та и так далее. И с этим вот у нас всегда как раз было гораздо хуже. Повиши в пространстве наивный вопрос. Запахи леса, осенних полей. Это религия завтрашних дней. Что же ты тянешь, товарищ, сын ефрейтор, проститутка, дочь? После рыбного дня наступает рыбная ночь. Инвалиды рока, мы ветераны судьбы, мы идем, не зная срока, ведь мы так должны. Дика, возрастные границы для музыки есть? Да ты чё меня тут заикал? У меня, правда, есть дочь, которая замуж вышла, но это ничего не значит. Как я могу тебя за старика? Ты что? Стремаешь? Нетушки. Мы же не стрёмные люди. Но? Нет, ты что такая? А букашки, ну, сколько? Какой еще интервью? Зачем? Не надо. Жалко? Нет, я курсой не занимаюсь. Вот
так мы же тоже попсу не ценим. Нет, нет, раз вы снимаете, значит же популяризация. Неправда, мы просто людей хороших ищем. А хороших людей? А откуда вы знаете, что мы хорошие? Так мы же песни ваши слушаем. А, ну песни, да, ничего. Ну вот возникло такое общество и все. Рисуем, поем, пляшем. И всех приглашаем к себе вот все. И раздариваем все, что рисуем. Вот все. А особо больше деталей никаких. А почему вас так много? У вас какое-то ограниченное количество или разные люди? Нет, все, кто хотят. Все, кто хотят, те участвуют. Единственное, что кто работать хочет. Надо работать, рисовать надо много. Вот, и ездить по концертам там. Когда приглашают, мы денег не берем за концерты. А когда дорогу нам оплачивают и все. Дорогу изредка суточные. А что главное, рисовать или петь? Все у нас одинаково. Все едино. И рисование, и пение. Все. А главное, подарки делать. Самое главное, подарок делать. Вот это самое главное. То есть идея, ну, как бы, ну, если высоко говорить, ну, милосердие, только с другой стороны. Как бы мы сами всучиваем подарки. Вот все, собственно, подарок, рисование. А главное, проявить свою тягу к музыке как-то. Вот как к народному искусству. Это же не искусство. Мы же не рисуем картины. А мы, ну как это сказать, раскрепощаемся как бы на этих досочках. Это как бы веселая игра. Потому что тексты соответствующие. Допустим, слезятся маленькие глазки у крокодильчика без ласки. Там крокодил косулю схапал. Вот. Я упал, не спал и плакал. Так и жалко, потому что... То есть, давайте поплачем. Вот все идеи такие, что я дня через два, я, наверное, умру. Вот тексты очень печальные в основном. Но вот в народе как? На свадьбах поют печальные песни. Вот. А на поминках и на похоронах веселые. Вот. Веселые именно. Мелодии все и гармонии чисто народные. Гармонии очень простые. До мажор, фа мажор с подкраской. Соль мажор, вот не больше. Не больше трех тональностей в песне. Иногда на двух строится. Ну вот сначала мы пели... Ну, в терцию, там, в кварту, как обычно, вот, поют. А сейчас мы стараемся многоголосие делать. Вот, многоголосие. Вот как у фуги Баха, вот, допустим. Там самостоятельные голоса. Вот мы стараемся уже самостоятельные голоса делать. Каждый проявляет себя. Ну, вот, и вводим джазовую импровизацию. Стараемся джазовую вести. Ну, потому что у нас есть, как бы сказать, прирожденные джазмены. Вот саксофонист, вот, это прирожденный джазмен. Ну, вот есть чистый рокер, вот Дима, прирожденный ударник, рок, такой роковский чисто. Но ему часто не приходится на ударнике играть, потому что он на балалайке должен играть и так далее. Вот. Чичерин, это вот певец такой, вот он сейчас будет, вот, голос хороший. Чичерин вот, на гитаре, так сказать, играет, своеобразно очень. Не, вот, не как рокеры, он по-особому играет. А остальные это никто ни на чем не умеет играть, это так просто. Это тусовка. Тексты я придумываю. Хотя иногда возникают спонтанно тексты. Ну как, например, ну автоматически. Вот, допустим, у меня возникла такая строка, что один скоморох зарыдал и заплакал, увидев, как плачет один пенер. Вот, и тут же возникло автоматически то же самое, но только коммунист. Один коммунист. Комсомолец один. То есть и прост беспартийный. То есть идея, что скоморохи плачут, когда другие плачут. Вот, вот, собственно, вот все. Это скоморошество, я уверен. А в миру вы кто? Между концертами, между фестивалями? Инженер. Вот сейчас отсюда прямо на работу мне. А вообще тексты, вот заканчиваются первые 1000 текстов. Ну, тексты 2 строки, максимум 3. То есть мы мгновенно реагируем, мгновенно. Вот только у нас появились талоны... На спиртное, и сразу появилось, я твой талон на колбасу, меняю на алкоголь, допустим, я твой талон на алкоголь, меняю на талон там на мыло. Вот, то есть возникает игра талон на это сразу. И мы сразу поем про это. То есть все, что происходит, мы тут, ну, типичный народный часушечный подход. А сколько вам лет? 51. Спасибо большое. Пусть вам все будет хорошо. Я открою рот и думаю. Ого! Ого! Юа Думи, Тори Оркаяна. Та гороху замолвить, Угольшо.
дорогу замучен, в горшочке молоко.